небо, парашют, бабушка. Улетное приключение совершила жительница Австралии. В 102 года она прыгнула с парашютом, установив таким образом мировой рекорд. Как выяснилось, Ирен Ошен – опытный парашютист, а дебютный прыжок женщина совершила в честь своего столетия, покорив высоту в 4000 метров. Австралийка признается, что в свои 102 она не витает в облаках, а на отважный поступок решилась не ради славы. В путешествие по небу Ирен отправилась в благотворительных целях. Все собранные средства она отправит на исследование одной редкой патологии, которая унесла жизнь ее дочери. После удачного приземления пожилая женщина сказала, что планирует повторить прыжок, когда ей исполнится 105.